Ярославские школьники заступили на вахту памяти. В понедельник торжественно открыт пост номер один. У Вечного огня собрались около 500 школьников. Во вторник почетный наряд часовых вновь заступит на торжественное дежурство. На линейку пришли представители всех районов города, воспитанники кадетских классов. В каждой команде 7 человек. Начальник, 2 разводящих и 2 смены караула. Каждая смена заступающих на пост номер один несет службу в течение 15 минут. Через 15 минут следующая смена часовых. За день 2 наряда. Один наряд заступает утром, в 10:00 первая смена заступает и в 13:00 завершает несение службы. Второй наряд заступает с 14:00 до 17:00. Пост у Вечного огня открылся 29 октября 1968 года. Несколько поколений ярославцев несли здесь вахту. Всего этим движением охвачено более 1000 школьников города. Дети учатся ходить строевым шагом, осваивают различные армейские навыки, изучают военные специальности. По традиции на торжество приходят и солдаты Великой Отечественной. Мы занимаемся этим уже 3 года. То есть с каждым годом мы все лучше и лучше осваиваем строевую подготовку. В прошлом году мы участвовали в параде Победы. Это очень почетно, я считаю, что это должно развиваться в нашем городе. Все школы Ярославля собираются здесь.